Привет, девчонки. Что хочу сказать. У меня сегодня шопинг в одиночку, если честно. Я об этом мечтала. И, ну, как объяснить? Просто когда хожу по магазинам с кем-то, как будто бы мне не дают, знаете, нормально вот так вот пройтись. Вот. Поэтому сегодня решила, так скажем, взять вас с собой, показать, что к чему, куда и как. Сегодня буду в Соларисе. Вот, дальше по планам в ресторан с Дашей. И дальше по магазинам. Как-то так. Если честно, хочу, наверное, как обычно, пройтись по магазинам, всем базовым. Как бы странно это ни прозвучало, обязательно в Золотое яблоко. Хочу, и причем в Золотом яблоке я буду сегодня не в одном и не один раз, да, так скажем. Потому что, к сожалению, не все, что я хочу, есть в наличии в одном магазине. Думаю сейчас зайти в Лайм и Мак, может быть, что-нибудь выцепить. Посмотреть вообще, есть ли тут еще... манго, потому что не хватило мне в прошлый раз. Если сейчас что-то интересное увижу, обязательно с вами поделюсь. Вижу красоту. Вы посмотрите. Но я не считаю, что эта вещь стоит 14 тысяч рублей. Но выглядит очень роскошно и дорого. Опять же, прям красотень. Сейла ждем, нет? Ну, блин, прям классная. Мне кажется, на... весну самое то, и фурнитура очень качественная, и все. Ну, блин, ну не за 14, согласитесь. И вот вам, пожалуйста, какие секси-казачки. Вообще! Ну, тут тоже какой-то трэш на самом деле. 16. Это бред. Я считаю, что масс-маркет не может стоить столько. Это уже речь о мидл-маркете. Хотя... они выглядят, правда, прям очень охуенно. Футболка хорошая, что-то, какая-то коллекция новая в Лайме меня прям радует, знаете? Я столько уже красоты увидела. Офигеть. Чё, опять деньги тратить, что ли? Сейчас буду смотреть, конечно, только то, что жесть как сильно зацепит. Пройдусь везде. Миу-миу, верим. Кстати, в чате спрашивали, где можно найти красивые рваные джинсы. Вот, пожалуйста, смотрите артикул. Такие достаточно, правда, симпатичные. Я такое люблю. Видела не менее симпатичное худи. Такое, знаете, а-ля металлик. И тут же вот этот вот тренд на сердечко на шее. Но вот это выглядит некрасиво. Это не сумочки из новой коллекции. Кстати, знаете, достаточно мило, симпатично. Так я кусочками, отрывочками снимаю, но тем не менее, пока вижу много симпатичных позиций, ну как бы прям вот чтобы зацепило, ну блин, оп, а-ля Skims. Я вот обожаю Лайм за то, что они вот так все вот подхватывают быстро. Да, иногда исполнение кринжовенькое, но тем не менее, стараются. Окей. В Мак сходу нашла очень симпатичную позицию, очень приятного и хорошего качества, черная футболочка. Все показываю, все скриним, все запоминаем. Прям хороша. Если ничего не найду интересного, она будет моей. Скажите, пожалуйста, у меня у одной болезнь, вот знаете, вот этого черного базового верха. Вот что не покупать черного цвета, что не брать базу. Не знаю вообще, что с этим делать. У меня вся верхняя одежда черная и базовая. Меня это прям убивает, потому что иногда хочется прям вот какого-то разнообразия, что-то интересное, что пробовать что-то новое. Нифига. Все равно покупаю черную базу. Одинаковые футболки абсолютно, у меня весь гардероб, одинаковые боди и все. Сказать вам честно, Мак еще очень сильно нужно постараться над проработкой коллекции обуви. Это пиздец. Ну, как бы, может, можно вернуть свои слова назад касательно поработать и над обувью в Мак? Не знаю, мне кажется, для съемки очень секси. Ну, на повседневку. Сомнительно, но окей. Ну так, интересно, необычно. Ну, короче, девчонки, прошла я по магазинам. Вообще ничего хорошего. Ничего там достойного. Кстати, Синсей. Нужно будет зайти в отдел Home. 100%. Вот отдел Home в Синсей обожаю.
Но не везет в одежде, повезет в косметике. По крайней мере, я себя в этом убеждаю. В анонимные сообщения написали там: снимай больше видео из золотого яблока. Просили, получайте. Сейчас буду искать то, что мне нужно. Пока я тут хожу, у меня для вас чисто сердечное признание. 100% сейчас большинство поймет, о чем я говорю. В свой канал я выкладывала тональный крем от бренда Yadah, если правильно произношу. И у меня есть подруга, которая всегда говорит, ну вот знаете, по существу, а я всегда ее не слушаю. Не знаю, если у вас бывают такие подруги, или вы такая подруга, может, как я. И она мне говорит: Люба, дело в том, что ты не должна использовать продукты на лицо, на кожу лица, особенно тональные основы, с содержанием талька. Я говорю: а мне пофиг. Вот тебе и пофиг. И я подумала, а что если вот и вправду, что вот если и вправду это то, что вредит моей коже. И думаю, а дай-ка я попробую не пользоваться. Как итог, вы думаете, что? Я не пользуюсь тональными средствами с содержанием талька уже неделю. Как результат, у меня до неузнаваемости очистилась кожа. Она буквально пребывает в идеальном состоянии. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Поэтому сегодня у меня цель купить себе тон. И что я вам хочу сказать, сейчас вот сюда прикреплю результат проверки BB-крема Yadah. Также сейчас прикреплю результат проверки того тона, который я хотела взять. И вот что-то меня дернуло вчера его проверить. И я понимаю, что типа, ну блин, у него тоже хреновый состав для проблемной кожи. И как итог, я решила просто взять самый обычный, самый дешевый тон. Сейчас прикреплю и фото, и проверку по нему, который у меня просто лежал без дела. Я увидела его американского инфлюенсера, думаю, блин, дай-ка закажу, у кого-то есть, у меня нет. В итоге он прошел. В итоге у него идеальный состав для проблемной кожи. Не комедогенный, не забивающий поры. Вот как так, я не знаю. Поэтому тот тон, который я хотела купить, я даже не буду говорить, что за тон, почему хотела и для чего. Но тем не менее, я прикреплю все вот эти вот составы, как и сказала. Я в шоке. Вот то, от чего больше всего не ожидала, оказывается еще и круто. Поэтому, девчонки, у кого проблемная кожа, я прям настоятельно рекомендую вам обратить внимание на составы своих тональных средств. Возможно, в этом, как и у меня, кроется проблема. В любом случае, я записалась в клинику, об этом расскажу либо попозже, либо в другом видео, отдельно тематически выделю. Напишите, если вдруг будет интересно. И все. И надеюсь, что наконец-то вот эта вот история с моей проблемной кожей будет закончена. Решила взять, за этим пришла, за центеллой азиатской от бренда Mixum. Сейчас тоже прикреплю вам видео. Увидела кореянку в инстаграме и просто смотрю, ебать, у тебя кожа! Ты что с ней делаешь? Решила взять, попробовать. Вот, и сейчас девушка-консультант сказала мне о том, что с продажи вот этой серии Mixum с мишками отчисляется сумма денег на помощь медведям. Прикольно, приятненько, миленько. Возьму себе на пробу. Отзыв, как обычно, в моем телеграм-канале. К сожалению, не могу себе позволить вот так прям в золотом яблоке сказать, что и как. Хочу еще что-то сейчас быстренько себе подобрать, посмотреть. Из того, что нужно было, взяла только вот это. Тона нет, он отсутствует. Будем брать то, что мне нужно. Или хотела бы еще познакомиться с брендом Clio. Очень много интересных у них позиций, но все никак. Буду, конечно, благодарна, если кто-то из вас пользовался и поделится своим честным отзывом. Знаю, что вот эти хайлайтеры у них суперские. Вау! Просто вау! Это безумно красиво. Это у нас 0,1 оттенок. Я закидываю в корзину. Тут в наличии, к сожалению, нет. Это невероятное сияние. И себе еще, пожалуй, сумочку, масло. Оу, капец. Взяла себе еще масло для ногтей и кутикулы. Очень классная вещь. Я прям обожаю. У меня уже закончилось. И я прям влюбилась и в аромат, и в результат мгновенный, который проявляется на ногтях.
с любой кутикулой, мне кажется, справится. Тоже забирайте себе на заметку, это прям топ. А вот это уже приятность. Хэмс по очень-очень хорошей цене. Прям офигеть. Потому что в приложении я смотрела буквально сегодня, сейла нет. А вот в самом магазине ценники очень приятные. Даже не постесняюсь этого слова. Крем для рук, который хочу попробовать. Жалко, что он огромный, я бы его в сумку забрала сейчас. 1200. Лосьоны по 3300. Лимитки по 3500. Обалденно, я в шоке. У стенда For Me, думаю, взять, не взять мне сейчас маски, или когда с Дашкой буду гулять. А если мы не будем гулять, блин, по магазинам, хотя планировали, берем. Вот эти вот две прям очень классные, хотя они все классные, мне вот эти больше всего понравились. Забираю. Смотрите на эту красоту от Планета Органика. Это вообще что такое? Типа лакситан. Это... я так понимаю, лосьоны и гели для душа. Мне очень понравился аромат Bali Love. Прям супер! Такая эстетичная банка. Как мне написали, блядь, в комментариях. Очень гениально выбирать шампунь. Ой, гель для душа по упаковке. Но если у вас мозгов больше, вы не делаете, как я. Вот и все. К чему осуждение вот эти, я понять не могу. Кстати, короче, мне посоветовали вот этот крем. Говорили, не помню кто, честно, сказали, что пахнет один в один, как хлеб, только испеченный. Мне нужен крем в сумочку, поэтому забираем. И как-то вот так, не знаю, при всем желании взять что-то еще, по ощущениям хожу, вообще ничего мне не нужно. Ну, девчонки, вроде, ну, блин, вроде как в золотом яблоке все, правда. Тут не знаю, не могу. Поэтому иду на кассу пробиваться, не дай бог, чтобы не потратить еще денег. Потому что сегодня мы еще будем ходить по магазинам и идут дальше. Подозреваю, что влог будет длинным, ну а что поделать. Тут все, покупки завершены. Идем далее. Я обещала вам прикрепить результат в прошлом видео. Да, согрешила, не показала. Вот сюда точно прикреплю. Обещаю, прям честно-честно, но прикреплю фотографии с результатом, который я получила спустя 2 недели. Сейчас я уже пользуюсь где-то месяца полтора, и, соответственно, результат лучше. Еще, кстати, могу фотки подписчицы прикрепить, она скинула, сказала вообще классно, купила по Лиде на рекомендации. За неделю у нее там тоже бомба результат, так что имейте в виду. Знаю, не понимаю, бывает у вас... Сейчас кое-куда зайду, кое-что куплю. Бывает у вас такое или нет, а когда вот есть желание потратить деньги, блять, а их не на что тратить. Просто вот не на что. Меня это убивает, если честно. Прям вот не люблю такое. Здесь столько милых, прикольных вещей. И вот смотришь, и как будто бы вот все хочется. А когда начинаешь думать, а серьезно, надо ли это? Да вообще нет. Мне ничего тут не надо. Хотя, вру, мне нужно купить здесь один подарок. Подписчицы моего телеграм-канала уже в курсе. Я со всеми делилась, всем показывала. Сейчас я вам покажу. Для тех, кто не подписан. Обошла весь магазин и в итоге нашла. Берем. Если кто-то думал, что я реально шучу в посте о том, что это нам надо, то нет. Ставим вот это, подарок подружке. С не самым... хорошим бывшим, так скажем. Блять, я надеюсь, она не сработает, иначе неприятненько получится. Хотела взять себе для распаковок вот такой вот канцелярский нож. У меня есть точно такой же, только белый. Не из моды, конечно, но все же. Сегодня, кстати, во влоге в конце будет распаковка, так что это, не попадаем. Не перематываем, не перелистываем, смотрим до конца. Вот чуть я буду мелочиться, значит, решила взять... позволить себе взять 2 канцелярских ножа. Чушь взрослая, чего и нет. Ножи купила и все. Счастливая, довольная, нормально вообще. Вот они, 700 рублей, я сколько счастья принесли. Если честно, я прошлась уже по нескольким магазинам. Я уже устала, и я уже никуда не хочу. Да, хорошо. Пика. Нашла очень-очень красивую однушку.
редко можно встретить тени настолько пигментированные, так еще и чтобы блестки в них сохранялись. Оттенок 0,4. Я хоть и не пользуюсь тенями, но не сделать swatch не смогла. Прям топ. Вот еще, кстати, одни. Сейчас тоже посмотрим. Прям посмотрите на пигментацию, это вау. Девочки, отзывы нужны или будет лишним? Вообще я искала вот этот оттенок, чисто для сияния. Сейчас тоже посмотрим. Вот просто сияшки, если видите, между вот этими оттенками. Это вот этот 10-й оттенок. Вообще секси. Друзьям захотелось, короче. Все. Пошла нах диета. Спасибо. Вот она реальная покупка, девочки. Вкусно. Вкусно, ничего не скажу. Я довольна. Банан в шоколаде больше, чем всем остальным. Что хочу сказать, сейчас зашла в Бифри, вообще чисто случайно забрела. И тут на сейле, и не на сейле, очень много симпатичных украшений. Например, вот такой вот чокер с сердцем. Прям очень даже симпатичный, всего 500 рублей. Вот такая вот штучка, тоже для съемок, но на самом деле даже на повседневку подойдет. У нее более базовый вид. Куча симпатичных сережек, вот кольца самые обычные, 600 рублей. Вот такие вот на сейле. Я прям довольна, может быть, даже что-нибудь себе доприобрету. Девочки, реально, посмотрите, какие симпатичные сережки. Вот эти звездочки. Вот эти. Это вообще что за красота? Я как представлю, как это стилизовать можно. Нашла вот такой каф. Смотрю, скидка 79 рублей. В итоге-то что? На серебро такой не действует, но я возьму серебряный. Кафе обожаю, тем более, что это копеечные цены. Мне кажется, я сейчас реально наберу себе украшений. Буду, не буду носить, неважно. Эта штучка мне понравилась, и, блин, она тоже на сейле. Пересмотрела все украшения для ушей, сережки. Решила взять только кафе, потому что вроде как все нравится, а вроде как начинаю думать, блин, а буду ли я это вообще носить. Баться в произношении, но у... Вилет. Найдены очень симпатичные казаки по очень адекватной цене. Вот это вот я понимаю. И ничем не хуже, чем... И ничем не хуже лайма. Хотя в лайме будут посимпатичнее. Но в любом случае, если находитесь в поиске, такие прям... Прям вау. Даже сапожки такие, знаете, тоже очень даже ничего. Я сейчас так хожу по магазину, смотрю очень-очень много симпатичной базы. И как-то из всех, по которым я прошла сегодня, помимо лайма, этот магазин единственный выглядит так, знаете, прилично и адекватно. Еще мне очень понравились вот эти туфельки, но я не нашла своего размера. Ну и что касательно украшений, мне вот эта вот штучка понравилась. И вот это выглядит очень симпатично, опять же, для съемок. Мне кажется, вообще будет самое то. А вот такую я себе заказала, она уже приехала на ВБ. Цена чокера 1400, на ВБ можно найти за 250-450. Ты тоже 1400, я вообще рублей за 500 заказала. Ну, все равно, главное, что есть из чего выбрать. Моего размера, к сожалению, нет. Ну, ничего страшного. Сейчас еще пройдусь по парочке магазинов и уже буду выезжать на Патрике. Даже по сути, обычные ноунейм кроссовки, но выглядят как симпатичная база. И на самом деле, я так посмотрела на кроссовки адекватные цены. Я хоть такое не ношу, но мне кажется, что вот для девчонок, которые прям базово-базово одеваются, там без брендинга, это будет вообще шикарно. Купила вот эти казаки Эконика Премиум, вот, они, по-моему, стоят, сейчас вам точно даже подскажу, они стоят 29. И знаете, я вам скажу, те, что в лайме, там, за 15, да, можно взять вот выгоднее как раз, и будут выглядеть они гораздо выигрышнее. Вот и думайте. Парень сделал мне вот такой вот подгон, вот такая вот камера, на которую, знаете, получаются такие застаренные снимки. Я ее не протирала еще ничего. Вчера только забрали ее у него из дома.
точнее, у его мамы. Прикольно, буду пробовать сегодня. Фоточки тоже в телегу залью. Там встретилась уже с Дашей и благополучно забыла о том, что я снимаю влог. Вот такая вот эстетика. Мы сейчас находимся в Луне. Мы очень вкусно покушали. Сейчас ставлю фотографии. Я ела супчик с пельмешками. Я ела пиццу с трюфелем. Все-все-все ела. Даша ела равиоли, по-моему, да? Это было ньокки. А, ньокки. Ну, типа, пасту, короче. Макароны по-русски, понимаете? Это хуже, чем макароны. Чисто тесто. Да, да, настолько. Вот, а сейчас прикреплю, короче, все фотографии. Было очень-очень красиво, очень-очень вкусно. И сейчас мы пойдем по магазинам. Вот так вот красиво, тут мило очень. Вот, я, блин, сейчас, подожди, подожди. Сейчас покажу чуть-чуть подписчикам, как здесь, что здесь. Каюсь, правда, не засняла ничего, не показала. Смотрите, тут лепят макароны. Люди красивые, богатые сидят. Вот. Ну, и мы не бедные. Это я так просто к слову сказать должна. Прям вообще красота. Дяди серьезные. Угу. Это мы поели. И сейчас направляемся снова в Золотое Яблоко. И думаю, что потом по магазинам. Вот. Такие вот дела. Блин, очень жаль, конечно, что я не засняла вам ничего в Луне. Я прям расстроена на этот счет. Но мы так сплетничали, мы так перемывали всем кости, что, понимаете, я клянусь, было вообще не до этого. Я даже о телефоне не вспомнила. Все, мы пришли. Золотое Яблоко. Уже второй раз. Окей, тут я должна выбрать себе тон, но сначала кофемания. Окей. Все, сейчас буду показывать вам тон, о котором я говорила, с идеальным составом. Так еще и бюджетный, так что готовьтесь делать скриншоты. Он вас не подведет. Так еще и для сухой кожи, для всех типов кожи. Хотела попробовать еще вот этот крем, но мне как-то его все засрали, мягко говоря. Хочу сейчас посмотреть, потому что говорят, что вот он из зеленого становится как бибишка, вот так вот бежевым. Вот, я решила посмотреть, действительно ли он становится бежевым. Офигеть! Но бежевый оттенок сероватый. А так, мне кажется, в качестве биби ухаживающего вообще будет супер. Ну, видишь, реально серый. Может, он посильнее просто. Или поменьше сместит. Может, попробуешь? А, вот он бежеватым становится. Ну вот, смотри, чуть-чуть. Да, мне, слушай, кажется, классно. Вообще классно. И на самом деле вот этого крема хватит совсем капли на все лицо. Нужно будет обязательно как-нибудь попробовать, но посмотрю на составы предварительно. Такая Даша сегодня прям на люксе. Да, роковая женщина. Я, как обычно, в принципе. О, и сейчас побегу показывать вам тон. Вот, к сожалению, как бы мне не понравился финиш, и этот тон, в принципе, его поведение на коже. Очень жаль с ним расставаться, но он забивает мне поры. Скриньте, запоминайте и на будущее. О, блядь. Фейл в прямом эфире. Короче, вот этот тон. А, нет, не этот. Вот этот. Можете не благодарить даже, потому что это идеальный тон с идеальным составом. Сейчас тоже прикреплю фото. Идеально подходит для супер сухой кожи. Понятное дело, кожу нужно будет предварительно увлажнить, но тем не менее, я сейчас буду подбирать себе подходящий оттеночек, потому что, к сожалению, тот, который я заказала себе, и тот, который сегодня на мне, он для меня темный. В общем-то, выбрала верхний оттенок, нижний слишком светловат, камера не передает, к сожалению. Это оттенок Nude Ivory. Берем, что поделать, потому что, да, да, берем, и я надеюсь, что он мне подойдет, потому что, заметьте, конечно, можно, что мой тон темноват. Ну да, я даже решила растушевать, все равно не видно, но верхний Nude Ivory должен быть моим. Нет, ну что, придется третью банку покупать. Я вот еще постоянно смотрю на вот эти вот шелковые резинки. Знаете, что-то меня не успокаивает мысль о том, что как бы, ну, 2-300 там за одну резинку, 2-500. Мне кажется, шелк не шелк, это того не стоит. Ну, честно, это какой-то бред. Не знаю, скажите свое мнение.
Вот, в прошлом видео показывала, что взяла себе вот такие патчи, сейчас посоветовала их Даше, в телеге еще не писала, эксклюзивно для Ютуба. Я неделю назад хотела их купить, но думала, блин, наверное, фигня будет. Не-не-не, хорошие, хорошие, мне понравились. Угу, имейте в виду. Кстати, вот он бренд, который я хвалю в своем канале. Сейчас пользуюсь вот таким гелем для душа, очень сильно мне понравился. Кстати, цена очень-очень приятная, на большой объем, сейчас, я так понимаю, скидки. В чат мне также кидали вот этот аромат новый от Moschino. Прикольные девочки на самом деле. Прям вот неплохой. Это для тех, кто спрашивал, видел и писали. Тоже, но никогда не советую слушать рекомендации касательно духов. Это все настолько индивидуально. Если мне понравилось, вы можете вообще сказать, блядь, Люб, у тебя что со вкусом вообще? Посмотрите, какой забавный песик в угах, как у меня. Сейчас покажу свотч на три вот этих оттенка румян, потому что тоже многие спрашивали. Why not? Буду показывать. Более универсальный самый. Вот этот нижний? Да, мне кажется, он. Мне вообще не нравится. Мне вот этот вообще не заходит. Я вот кроме розового вообще никакой другой не воспринимаю. Ну вот, как бы. Смотрите, в этой же последовательности они идут. Тут уже как бы каждый свои выводы делает сам. Все, девчонки, отсюда я ухожу только с тональным. Рада, что я его нашла, подобрала. И очень надеюсь, что он мне подойдет. Вот мне уже Даша его передает, сейчас пробью. Мне так приятно, мне вот только что вот под постом, который я в телегу выложила, написали, какой у тебя красивый тон. Спасибо, правда спасибо, потому что я над этим стараюсь, работаю. И очень надеюсь, что в ближайшие полгода моя кожа станет идеальной. Дала себе вот такой временной промежуток, чтобы добиться того, что не могу добиться уже на протяжении 6 лет. Как-то так. Все, Даша погуляла со мной 2 часа, утомилась, бедная. А то, что я с 11 утра тут шатаюсь. Я еще постели лежала. Да. Вот я реально конкретно заебалась, друзья. Я не могу. Все, у меня... Девочки, если честно, мне кажется, что мой влог вообще получится каким-то несвязанным, что ли. Но... Да-да-да, хорошо. Поэтому, если что, извините меня, пожалуйста. Но я надеюсь, что все равно вам было хотя бы интересно. Так, знаете, чисто поглядеть. У вас есть уникальная возможность посмотреть, как я живу. Так, в кофемании нам не нашли места, поэтому идем... Центральный рынок. За клубничкой в шоколаде. За клубничкой в шоколаде. Бананчик я сегодня поела. И все, теперь еще клубничка. У меня все как-то имеет свойство повторяться. Вон Даша теперь идет за клубникой. Вот. А я еще хочу зайти в магазинчик Зелинский, купить себе духи. Послушать их заодно заново и понять, хочу, не хочу. Смотрите, какой вайб, друзья, подписчики. Вообще. Красота. Сейчас идем в Зелинский. И все. Тут, кстати, находится очень красивый корнер. Он мне очень нравится. Прям вау, посмотрите. И цветочки. Мне еще, кстати, очень нравятся вот такие мыльницы. Очень красиво выглядят. Прям очень. Как-нибудь, когда буду делать ремонт в своей квартире, обязательно возьму. Тазики тоже красивые. И вот это худи мне нравится. Не знаю зачем. Да, но оно мне надо. Все, ищут мне мой аромат. Сейчас послушаю, скажешь, как тебе. Скорее всего, спойлер будущего видео, потому что не знаю. Я хочу его заказать. В золотом яблоке. Вот яблоко лотос офигенно. Нет? Нормальный. Мне очень нравится. Ну, если ты сладкие особо не любишь, тогда хорошо. Но я просто люблю сладкие. Скриним. Прям советую. И вот Даша сказала, что яблоко лотос классное. Сейчас будем смотреть. Блин, вот этот мне еще больше зашел. Нужно брать 2, наверное. Вот этот мне очень обалденный. Нравится. Просто обалденный. Все, короче, беру яблоко лотос сейчас. Все, духи купили. Спасибо, Даша, за рекомендацию классного аромата. Друзья, я вообще себе такую роскошь на самом деле не позволяю, но я настолько устала, у меня настолько нет сил, энергии, поэтому вкусная точка. Все. Вот она, обратная сторона.
в реальной жизни, чтобы вы понимали. Это на самом деле мое любимое заведение, если честно. Это что, Егор Крид? Пиздец. Сегодня какой-то день милых песиков. Я не могу. Так смотрит на меня. Это просто убийство. Просто убийство. Разогреть сэндвич с тунцом, чиабатту. Засунуть маленькую картошку в пакетик и 4 наггетса. 12 минут. Если что, дорогие подписчики, я шучу. Это ни в коем случае не говорит о том, что я имею жесткое ЧСВ в Макдональдсе. Бля, пиздец, друзья. Подогреть чиабатту, сделать картошку и сделать наггетсы 15 минут. И пока я не подошла, они просто держали этот заказ, даже не включили. Напишите, какая я тварь в отношении Макдональдса. Я жду. Скандалем. Мне сделали хуёвую картошку, сухую и невкусную, и холодную. Но вот этот торт шоколадный я обожаю. Ой, друзья, сейчас буду думать. Либо торт, либо Макфлури, либо ничего. Вот как у меня настроение портит, это жесть как конкретная какая-то. Просто это какая-то издёвка. Она все это время лежала и уже остыла, бедная картошка. Сейчас, наверное, подумайте, блядь, я какая-то больная с Макдональдсом разбираться, честное слово. Жалко, что никто со мной сейчас не сидит. Я бы просила, знаете, профоточку бы мне в инсту ебануть с этим чиабаттой. Я бы рил залила. Даже вкусную точку отметила бы. Так, я уже дома. У меня сел голос, потому что я заболела чуть-чуть. Уже там сзади себя накидала вещи, которые купила, привезла. Хочу так быстренько показать, что вообще купила. Вот. Доброе утро! Я не смогла завершить вчера влог. На утро следующего дня я выгляжу как-то так. И, скорее всего, покажу еще пару фрагментов сегодняшнего моего дня. Так скажем, двухдневный влог. Вот. Сейчас покажу вам быстро свои покупки. Вчера я, правда, была уже вообще не в ресурсе. У меня не было сил. Я заболела. Я говорю как мужик. Я вообще не знаю, как я сегодня буду что показывать, что рассказывать. Но надеюсь, это никого не смутит сильно. Ну и получается, сейчас я собираюсь на съемку. Там у меня выставлены все банки, которые мне нужно будет отснять. Тут то, что не успела при переезде разобрать. Вот, делаю маску For Me, увлажняющую. Делаю патчи от Darling. И быстренько бегу собираться. Беру вас с собой, обязательно. Начались у меня такие покупки, продублирую. Одна маска уже как бы используется. Вот. А подарок для подруги. Реально обещала, обещание сдерживаю. Очень хороший крем для рук. Увлажняет прям, знаете, на миллион. Очень круто, я в восторге. Как я сегодня буду снимать для вас влог с таким голосом, я не понимаю, потому что я чувствую себя мужиком. И, кстати, он для меня наравне с Локситаном. Прям хорошка. Значит, два канцелярских ножа для распаковочек. Духи. Вот такое вот масло. Уже не единожды про него говорила. Правда, обожаю его безумно и не первый раз повторяю. И, в принципе, единственное, что мне нужно было купить, да, это тональный крем Wet n Wild. Эссенция, я так понимаю, миксум и скребок. Так что вот как-то вот так. Сейчас нанесла тон. Он подошел мне идеально, просто шикарно. Все, сумка для съемки собрана. За мной уже приехало такси. Сейчас буду выезжать в Москву. Взяла с собой iPad, чтобы постепенно уже начать монтировать этот влог, вот, и постепенно потом буду добавлять уже куски там со съемки, если получится что-то подснять. Так что как-то так. Распаковка посылки, про которую я говорила, будет сегодня. Я приехала такая голодная, уже везде опаздываю. Как вы думаете? Какова вероятность того, что если я это сниму, то я умру? Ладно, пойду-ка я, а то реально вместо съемки буду блевать. Аккуратно, стойте, красиво. Мы уже
начали съемку. Всем привет. И я подозреваю, что даже уже исходники. А можешь пару кадров показать? Да, давай. Ну это должно быть... Вау. Просто вау. Я даже... Ну, офигеть. Все еще на фотошопе поделаем. Все еще на фотошопе. На фотошопе все, и все. Все будет готово. Мы уже переходим ко второй части съемки. Купль 2. Я худею. Друзья, ну это смех. У меня макдональдсная диета. Убедительная просьба меня не осуждать. У нас такой бюджетный покупаче. На 370 рублей я сегодня очень вкусно поем. В этот раз мне сделали все не за 15 минут и не высохшую картошку, а за 5 минут. Макдональдс. А, извините, вкусно и точка. Пон. Поела. Второй день подряд. Это ужас. Я реально, мне кажется, с такими темпами вообще не похудею. Но зато завтра у меня РЛС. Я, считайте, компенсирую то, что ем, массажами. Я недооцененный обществом гений, я клянусь. Утро третьего дня моего влога. Мне все еще плохо. Мне пришла, наконец-то, посылка. Не зря брала эти эстетик-ножи, 100%. Я уверена. Блин, что с этим горлом делать, я вообще не знаю. Я в шоке. Я признаюсь вам честно, девочки. Я не знаю, что внутри. Для меня это тайна. Это то, что я очень сильно ждала. Офигеть! Офигеть, офигеть! Это теперь мой любимый крем для тела. И я собиралась писать о нем пост. Я в него влюбилась. У меня есть в небольшом объеме он. А вот это я очень-очень сильно хотела попробовать. Я прям в восторге. Я не дам себе вам соврать. Вот. Он у меня в активном использовании. На данный момент это мой фаворит. И вообще... Почему я удивлена от того, что он тут лежит? Я, значит, хотела заказать вот это масло. Там в телеграм-канале оставлю отзыв на него и напишу, откуда я вообще его увидела, откуда я про него узнала. Я захожу в Золотое яблоко, чтобы сделать заказ, и смотрю, их нет в наличии. Вот вообще, вот этих масел. Я думаю, блин, сейчас напишу, типа, менеджеру бренда, спрошу, где его можно заказать. А я прям очень захотела и была готова прям вот оформить и все. А поездки в Москву не планировались на тот момент. И она говорит: Любовь, а мы вам его отправим. Типа, вот если что, на ВБ есть оригинал. А я хотела спросить, где помимо Золотого яблока можно заказать оригинальную продукцию. Она говорит: нет, мы вам отправим. И еще вот этот вот приятный бонус. Я прям вообще в шоке. Так что, вы знаете, я, наверное, вот парой сразу оставлю отзыв, потому что масло я прям хотела жесть как. Но даже без отзыва, вы знаете, можно спокойно брать вот этот крем для тела. Он, правда, теперь мой любимчик. То есть ни Хэмс, ничего такого. Использую вот только его. Отвратительно. Это все лед. Вся дорога лед. Ужас какой! Я не знаю, как я сейчас буду идти до СДЭКа. Ну, не зря я вышла, короче, за час до массажа. На улице дождь. Это просто ужаснейшая погода. Дождь, лед. Я подозреваю, что я сегодня точно упаду. Может быть, даже не один раз. Сейчас, значит, бегу в СДЭК. Бегу в аптеку, покупаю себе тарафлю, там не себе еще кое-что. Собираю посылки, лечу на массаж. После массажа кушать в серф, потом к парню и ужинать. Я предполагала, в таких условиях я упаду. Забрала две посылки. Тут бальзам, тут от бренда одного. Сейчас сяду в такси, все буду показывать. Машина через минутки две подъедет. Наконец-то тут
сам роуд с карамелью, две конфеты. На него обзор будет в телеге 100%. Я прям буду предельно честна и скажу только честное мнение. Да, давно, конечно, его хотела, все как-то не получалось. Не находила ни проверенные контакты, байеров, ничего такого. Поэтому обязательно заделюсь контактиком. Не знаю, тут уже вторая коробка от бренда Чао Као. Я могу быть его не права и произносить его неправильно. Ага. Я постила тоже в канал набор уходика для кожи лица, для сияния кожи. Ну, если кому-то будет интересно, точно так же в телеге напишу пост, обязательно протестирую. Меня очень-очень сильно зацепил дизайн банок. Все, я приехала на массаж. В деле студия очень-очень красивая и уютная. Сейчас, если получится подснять вам, покажу. У меня красота, халатик, непонятно, что это на голове, аппарат, кабинет, еще. Ну, красота. Я закончила массаж. Цена такого массажа за час у нас в городе, это очень выгодно, 3000 рублей аппаратный. При том, что в Москве стартовая цена за час, по-моему, 7000 рублей. Но я могу ошибаться. Блин, я хотела сюда еще зайти. Тут закрыто. Очень жаль. Хотела купить себе ампулу, но, по всей видимости, придется заказать. Ну и все. Бегу в серф. Вайп. Что хочу сказать, девочки. На этом мой влог подходит к концу. Ресторан с парнем отменяется, будем заказывать еду домой. Это невыносимо, я уже два раза упала, ударилась. А я пойду монтировать этот видос. До встречи в новом видео!